Всем привет, друзья мои хорошие! С вами я, Светлана Та. Друзья мои, мир синий, лето. Сегодня какой день недели? Среда или четверг? Уже что-то попутал. А, сегодня вторник. Посмотрите, какая я раздетая. Вы видите? Хочу показать вам, поделиться теплом своим, чтобы у вас было так тепло. Посмотрите на мой мерсин. Вы видите? Жарище. И вечером жара не то, что сейчас я вот, допустим, с вами разговариваю и показываю вам, что сейчас жарко. И вечером такая жара. Мы ходим раздетые. Тут невозможно по-другому ходить. Хочу показать вам мои цветочки. Они растут, это тоже как-то... Вот у него началась осень, листопад. А остальные прекрасно себя чувствуют, друзья мои. Посмотрите на мою мамардику. Мне кажется, скоро у меня будут плоды. Конечно, такая жара. Посмотрите. Вот мои холёси, вы посмотрите. Вот плод. Вы видите? Так, а сейчас я вам хочу показать, какая мамардика будет потом. Вот что такое мамардика. Ее применяют в салаты, она очень полезная. Это применяют для профилактики рака. Вот я хочу приготовить салатик. И когда приготовлю, может, сниму вам. Я один рецепт вычитала в Ютубе, посмотрела. Мне нужно туда войти и сделать, приготовить по-своему. Вы представляете, эту мамардику я только два семечка посадила в землю, мы уехали в Грузию. И вот такая она красивая стала. Мы приехали, она выросла. Представляете, сколько у меня мамардики. Вот мои цветочки, красотулечки. Короче, друзья мои, у нас такая теплота. Мои помидорчики. А вот мамины цветочки что-то не взялись. А вот я перешла на второй балкон. Посмотрите, какой вид красивый у меня с окна. С моего балкона. Не так ли? Какой красивый мерсин. Тут наши окна. Мерсин, Турция. Посмотрите, флаг. Я вас не обманываю, я нахожусь в Мерсине. Вот он, мой красивый. Вы знаете, этот район наш такой спокойный. Очень спокойный район, потому что их называют спальней. Мы находимся в Мезитле. Здесь такая тишина. Если вы попадете в центр, там колобалык. Очень многолюдно, пройти негде. А здесь благодать одна. Меньше пыли, естественно. И вот рядом такой у нас сад. Садочек. Сейчас хочу что-то вам показать. Я как папарацци вот вышла сейчас и посмотрела, что с утра просто они уже разошлись, эти женщины. Было полный стол, в общем, сидели, вот такой пикник устраивают. Просто люди приходят у нас, хотя сегодня вторник. Я не знаю, чем они занимаются. Вот это они решили, видно, позавтракать, потому что уже вот они просто сидят, семечки, наверное, луцкают. А так вот, так люди просто могут выйти и покушать на улице. Ну, а здесь вчера был базар. Вчера был базар, и люди же свои старые вещи продают. Вот территория на базар у нас, посмотрите. Я вчера на базар не ходила, мой муж пошел. Мы делали закупки, в одном видео я показывала, нам хватило на 2 недели. Так что нету необходимости ходить каждую неделю на базар. Он только вчера принес фрукты. Мы с мужем купили разные крупы. То есть здесь по килограмму мы не покупаем. Мы покупаем большими закупками. И масло растительное по 5 литров. И 1 килограмм риса мы не возьмем. Вот такие упаковки по 2 килограмма взяли рис. Это на плов. Это идет булгур. Вот тоже сушится у меня на солнышке.
булгур, а это чечевица. Вы знаете, почему я сушу ее? Потому что я хочу ее положить в эти баночки. Вот такие у меня есть. Видите, здесь у меня белая фасоль, здесь у меня горох, вот такой вот остатки еще. Почему не испортилась, ничего не завелось? Потому что я за этим слежу и умею, как надо хранить. Так вот, сейчас это все это посушу на солнышке. И потом распределю, хочу вот в эти банки стеклянные, которые закрываются так плотно, пластмассовых не сохраните. Хорошо это, конечно, я слышала и в холодильнике это хранить, но где столько места в холодильнике, допустим, для круп. Ну так вот, я нашла такой метод, и слава богу, вот сколько здесь уже вначале завелось что-то, а потом уже научилась. Вспомнила, и вот оно мне сейчас так все на солнышке. Сегодня как раз я мерджвик сделаю, чечевицы, суп. Еще, знаете, научилась я котлеты делать с них именно диетически. С понедельника на диету сажусь послезавтра. И буду, значит, готовить себе. Так вот, вот такие вот закрутки. Сейчас вот эти баночки посохнут у меня, я их помыла на солнышке. И, в общем, вот так я храню крупу в Турции.